В цирке прошла премьера новой программы. Шоу «Арлекино» открывает 39-й кировский цирковой сезон. В чем особенности представления, которое показывают в нашем городе впервые? Смотрите в сюжете. Впервые артисты встречали кировчан в фойе цирка. Чтобы весело было, наверное, поднять настроение. И это верно. Все для хорошего настроения – главный лозунг новой программы «Арлекино» в нашем цирке. В ней много интерактива, игр с залом, общения со зрителем. И отличительная особенность этой труппы – многие ее номера проходят под песни Аллы Пугачевой. Потому что Алла Пугачева – великая певица нашей страны. Многие поколения выросли, да, на этом. Вот, и все это знают музыку. Сейчас такое время, когда хочется добра, тепла. И вот, и люди, когда придут в цирк, кто-то вспомнит, кто-то у вас откроет для себя что-то новое в ее песнях. Так, например, под песню «Балалайка» о школьном оркестре был номер на высоте. Был здесь, конечно, и сам Арлекино, неожиданно с огромным обручем. Еще в программе акробаты, клоуны-виртуозы, плотненькие, пушистые, но при этом очень подвижные коты и особое приветствие прямо на арене для тех, кто пришел в цирк в самый первый раз. Как это случилось с девочкой Таней. Многие зрители затем признавались, что тоже вспомнили, как впервые пришли в цирк. Я была просто рада. Мне все интересно было. Вот даже животные все могут. Фотографию с львом живым в обнимку. Это помню. Ну, это было очень давно, 25 лет назад, но я очень хорошо помню, когда была гимнастика «Цигун», приезжали китайцы, и было очень радостно и весело. До сих пор помню, первый раз пришел за 25 лет, привела дочь. Не знаю, она в восторге, сидит с открытым ртом. Все очень хорошо. И это неудивительно, ведь в программе множество животных особое впечатление производят попугаи и морские львы. Последние оказались очень артистичными, буквально сами просились выступать. Если что, говорят, что на языке морских львов это означает «приходите на наше представление в следующие выходные». Елена Чехомова, Антон Мамаев, Бюро новостей «Давеча».